после того, как на меня напали в Ичмиадзине, я обратился к человеку, который близок к Артуру Асатряну, который Хачакирев, да, крестоносцев России возглавляет. Ну, я был возмущен поведением этих людей, потребовал, собственно, извинений за то, что они напали, когда я высказался в адрес Леона Кучаряна. В конце концов, оказалось, что просто-напросто все это мероприятие было сделано для того, чтобы пиар провести Леона Кучаряна. Нет речи никакой о спасении мира и так далее, и тому подобное. Все это очередная игра. Наш народ постоянно обманывает. Сначала Роберт Кучарян, Серж Саркисян, Леон Петросян привели Пашиняна. Теперь они же хотят своего же человека опять поставить. Земли сдали, да. На очереди Сюник. А сын что? Армянской области будут оглавлять?